Luck, in the context of human experience, refers to the perceived outcomes or events that occur beyond one's control and are often attributed to chance or fortune. It is commonly associated with either positive or negative experiences, and people often attribute their successes or failures to luck. Feelings and emotions related to luck can vary depending on the individual and their beliefs. When someone experiences good luck, they may feel elated, joyful, or grateful. Positive emotions such as happiness, excitement, and satisfaction are often associated with favorable outcomes that are considered lucky. On the other hand, when someone experiences bad luck, they may feel frustrated, disappointed, or even helpless. Negative emotions such as sadness, anger, or resentment may arise from unfortunate circumstances that are perceived as unlucky. The emotional state of luck is highly subjective and influenced by individual perspectives, cultural backgrounds, and personal beliefs. Some people may believe in luck as an external force or a supernatural phenomenon, while others may view luck as a mere coincidence or random chance. It's important to note that while luck may play a role in certain events or outcomes, it does not solely determine one's success or failure. Personal effort, preparation, and various other factors also significantly contribute to achieving positive results. В контексте человеческого опыта удача, лог относится к воспринимаемым результатам или событиям, которые происходят вне чего-либо контроля и часто приписываются случайности или судьбе. Она обычно связана либо с положительными, либо с отрицательными событиями, и люди часто приписывают свои успехи или неудачи удачи. Чувства и эмоции, связанные с удачей могут различаться в зависимости от индивидуальных убеждений и личности. Когда человек испытывает удачу, он может чувствовать восторг, радость или благодарность. Положительные эмоции, такие как счастье, волнение и удовлетворение, часто связываются с благоприятными и считающимися удачными результатами. С другой стороны, когда человек испытывает неудачу, он может чувствовать разочарование, фрустрацию или даже бессилие. Отрицательные эмоции, такие как грусть, злость или обида, могут возникать из-за неблагоприятных обстоятельств, которые считаются несчастливыми. Эмоциональное состояние, связанное с удачей, является субъективным и зависит от индивидуального взгляда, культурного наследия и личных убеждений. Некоторые люди могут верить в удачу как внешнюю силу или сверхъестественное явление, в то время как другие могут считать удачу просто совпадением или случайностью. Важно отметить, что хотя удача может играть роль в некоторых событиях или результатах, она не является единственным фактором, определяющим успех или неудачу. Личные усилия, подготовка и различные другие факторы, также значительно влияют на достижение положительных результатов.